Каждая хозяйка хочет на кухне окружить себя полезными приспособлениями, которые облегчат ее труд и создадут комфортные условия. Предлагаем вашему вниманию набор отличных силиконовых помощников, которые сделают процесс приготовления пищи удобным и практичным. Каждая хозяйка знает, что такое обжечься о горячую посуду. Это, правда, очень больно и неприятно. И вот сегодня я, Саша, и наш шеф-повар Глеб. Здравствуйте. Мы расскажем вам о такой замечательной вещи, которая избавит вас от любых ожогов. Это набор силиконовых помощников. Помощников для кухни, в который входит прекрасная, удобная перчатка силиконовая, экран от брызг, а также подставки под горячее. Давай начнем с перчатки, Глеб. Давай, начнем с перчатки. Так, я ее одеваю. Да, ты, конечно, одевай ее. Она очень удобная. Кроме, самое ее главное достоинство, это то, что она идеально, идеально держит тепло. При том, что сковородка раскаленная на самом деле. Конечно, я на ней жарю курицу. Я тоже попробую. Давай. Действительно, совершенно не проникает температура через эту перчатку. И я заметила, что очень удобно держать. То есть вот эта рифленая поверхность, видимо, она помогает не соскальзывать. То есть посуда не скользит. Да, смотри, кроме того, эти рубчики, да, на ней... На да. нашей перчатке. Они еще помогают, добавляют толщины, угу. да, и дают воздушную и дополнительную силиконовую угу. прослойку угу. для, соответственно, того, чтобы удерживать вот таким вот образом сковородку. То есть получается, что эта рифленая поверхность, она создает дополнительный барьер защитный, да? То есть температура не проникает за счет него. Именно так. Еще я заметила, что эта перчатка подходит под любую руку, то есть она имеет универсальный размер. Универсальный размер, что ты, что я, одинаково в ней удобно работаем. Так, следующее, что есть в нашем прекрасном наборе, это вот такой вот силиконовый экран. Для чего он нужен, Глеб? Силиконовый экран нам нужен, когда мы готовим мясо. Угу. Причем, если мы готовим настоящий стейк, угу. то мы хотим, чтобы он был поджаристый, а не запаренный. Да, и крышка в этом смысле нам не помощник. То есть от крышки портится консистенция мяса, не получается никогда такого сочного и вкусного, да? Он как шипит. Все, процесс пошел. Кстати, даже вот когда я подношу руку, так никакого горячего пара я не чувствую. И при этом уходит все лишнее через дырочки. У нас уходит горячий пар. Это чистая кухня. На нашу плиту ничего не брызгает. Это самое главное, потому что, допустим, мой муж любит есть стейк, он любит готовить стейк, он прекрасно это делает, но убирать потом приходится, естественно же, мне, к сожалению, всю кухню. Хозяюшка. Да. Не говоря уж про то, что брызги горячие, они летят и просто могут обжечь. Сколько средств и денег я могу сэкономить, потому что действительно от этих брызг всю кухню приходится отмывать, и огромное количество денег уходит просто на очистящее и моющее средство. Здесь этого делать не придется. Экран прикрыли сковородку и мясо нужной консистенции. Чисто вокруг и не пожароопасно, а также никаких горячих раскаленных брызг. Именно так. Итак, там небольшой момент в нашем приготовлении. Так. Подожди. Я еще заметила, что экран очень легкий, его удобно держать, и сам силикон довольно прочный. Добавим немножко соуса. Давай. Ой, как шипит. Ты накрыл просто не единой брызги вокруг. А обрати внимание на поры, через которые лишняя влага выходит. Специальные дырочки. И посмотри, вокруг конфорки ни одной капли жира. Именно так. Оставим ее доходить. Ставим на подставочку на нашу удобнейшую. Горячую посуду на стол не поставишь, но многие из нас любят есть пищу прямо из сковороды. Воспользуйтесь силиконовой подставкой, которая прослужит вам гораздо дольше металлических или деревянных. К тому же она компактная и не занимает много места на кухне. Отличный вариант для кухни вашего дома, дачи или пикника. Итак, набор наших силиконовых помощников, который состоит из трех предметов. Это перчатка, вот такая уникальная, универсальная, которую вы можете, термостойкая, которую можете доставать или брать любую раскаленную посуду. Экран, который защитит вас от горячих и грязных жирных брызг. А также вот такая вот термостойкая, очень удобная раскладная подставка, которая занимает очень-очень мало места и поместится совершенно в любом уголке вашей кухни. И все это по цене только сегодня 710 рублей. Итак, цена только сегодня 710 рублей за целых 3 предмета и любые цвета на выбор, 4 цвета. Так что не откладывайте, звоните и заказывайте. Звоните по телефону, который вы видите внизу ваших экранов, или заходите на наш сайт shopandshow.ru, где вы можете заказать огромное количество других товаров в других категориях. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания.